«Синій птах. Повернення» – це виключно перший проєкт Харківської театральної резиденції, яка сфокусована на сучасному синтетичному театрі, який поєднує різні жанри, різні стилі. І взагалі-то про це будуть говорити сьогодні учасники нашої проєктної команди. А що ви там спиной, зараз як варіант, його утримати реально ноги? А ви в цей момент, як-то перекатом, так, щоб незаметно вийшли на наступну двері. А якщо за ним закритися? Действительно... Мені вже це все предлагалось, скажімо так, від драматурга п'єса, від композитора музика. Вот. І ми це все вместе прослушували, читали, і потім як-то це все обговорювали, обсуждали мнение режисера, хореографа, композитора і так далі. То есть... Делали, скажем так, лабораторию, да, исследование такое, театральная лаборатория. Как раз хореография отводится, я так полагаю, достаточно большая роль, потому что хотят сделать пластическую оперу. И для того, чтобы, в общем-то, это все случилось, то надо выставлять хореографию, да, нужно ставить. И уже есть такая задача от продюсеров, от режиссера, чтобы двигались все. И хор в том числе, например, да, и оперные певцы тоже двигались. То есть у нас такая есть задача, как бы соединение, чтобы танцовщики могли разговаривать и, возможно, даже какие-то там... может быть, голос, да, давать, то оперные певцы, соответственно, могли немного двигаться как-то вот, то есть вот не было разделения этого четкого между пою и танцую. Що стосується музики, у нас дійсно в проектній команді класна композиторка Юлія Філіпська, котра зараз безпосередньо дописує музичну частину вистави. Велика радість насправді працювати з композитором тієї самої епохи, в якій я й сам знаходжусь. Так? Тому що ми знаємо з історії музичної, та як з історії музичної, власне, з власного досвіду, що часто композитори і диригенти і режисери знаходяться навіть в різних епохах. Для мене це велика радість, оскільки у нас є шанс створювати можливість створювати новий абсолютно продукт. Будуть декілька таких цікавих, яскравих, на мій погляд, сюрпризів для публіки. Це теж буде, скажімо, такий мікс балету і драматичної гри акторів, і опери, так, тобто, скажімо, синтез всіх жанрів, які раніше вкрай рідко поєднувалися. В той же час у нас абсолютно нова вистава, у нас абсолютно нова п'єса, лібретто, яке пише Дмитро Терновий, наш драматург, і абсолютно нова свіжа українська музика Юлії Філіпської. Тобто це буде фреш. До нашего вот сегодняшнего проекта с «Синей птицей» я мало работала, именно вот что мне поставили сроки, да, там какие-то рамки, я должна к этому моменту все подготовить. Нет, я привыкла работать по своему желанию, вот сочинять то, что хочется мне. И подчиняться, собственно говоря, только своим правилам, своим темпам, своим ритмам. А чем хорошо? Тем, что ты организовываешь себя к действию. То, что ты не откладываешь это на потом. Ты понимаешь, что это нужно сейчас или завтра, или максимум послезавтра. И если ты хочешь показать качественную работу, ты себя сам организовываешь. Вот это, наверное, самый лучший вариант из того, что у нас сжатые сроки. Самое важное — находиться на какой-то одной волне. Потому что, ну, невозможно, наверное, чтобы нравилось все. И, возможно, может быть, и драматургу не будет все нравиться в моей музыке. Но если это идет в одном ключе, в одном настроении, то это имеет место быть. Потом я думаю, что все шероховатости как-то уйдут на второй план и не будут мешать ни спектаклю, ни драматургии, ни исполнителям в конечном счете. Но это, в принципе, мой первый такой опыт работы с драматургом. Для «Синей птицы» пока еще используется только ручка, бумага и мои мозги. Больше ничего. Потому что мы еще до конца не знаем, что это будет. С клиентом немножко проще. Потому что я могу оттолкнуться от внешности конкретного человека. То здесь никакой конкретики.
Нет конкретного Тиля, нет конкретной Метиль, нет конкретной соседки или ее дочери. То есть ее нужно еще придумать, причем придумать полностью. Это, знаете, ну, как бы я не хочу сказать, что это голема изобрести, но это тоже сродни магии в каком-то смысле. Но это же принципиально другой опыт. Когда мы ставим того же Шиллера, да, коварство, то мы понимаем, нам Шиллер про леди Милфорд написал все. Нам осталось просто ее одеть. Мы понимаем, кто она, как она себя ведет, что она говорит, что у нее там на уме. Мало того, мы знаем эпоху. Что мы, скажите, знаем про синюю птицу? Ничего. Эпоху мы не знаем. Человека мы не видели. Текста у нас пока что минимум. То есть все создается вот прямо сейчас. Вот в эту минуту мы с вами разговариваем, а Терновой уже что-то пишет. И что он напишет, один бог знает. Для каждого из нас это будет, ну, реально очень полезно с точки зрения профессионального роста, потому что я знаю, что многие в команде, ну, если не сказать все, так еще не работали. Для нас это для всех будет просто удивительный опыт, по крайней мере, я на это очень рассчитываю. Часть успеха всегда измеряется количеством людей, которые захотят на это дело посмотреть. Это интересно или неинтересно посмотреть? Если мне неинтересно посмотреть, то неинтересно. Я думаю, что это один из, будет из важных показателей. Ну, и вы же понимаете, что есть всегда еще, ну, такая очень важная вещь, что, ну, каждый человек, он понимает, что где есть лукавил, где нет. Вот как бы себя ж не обманешь. Мы же как прислушаемся. Режиссеры же часто там спектакль, премьеру вышли, и там прислушиваются, что сказал зритель. Потому что спектакль-то рождается на зрителей. Я буду где сдерживать они, а там, где страх, я активнее, они. Да. И вот ты очень узкий в трубе какой-то, вот такой прям у тебя сузило. Мне кажется, вот эта плоскость. Я изображу.